Здравствуйте, дорогие мои коллеги по перу, друзья, с праздником. Валентина Николаевна Маркова так бы и начала этот вечер. С праздником. Рождество. Непраздная Мария босиком по облакам воздушным или песчаным плывет и самотканным пояском всех маловерных окаянных касается. Частицу дарит и покров на дом. Грядет святое чудо торжество, и звезды шепчутся, волхвы с дарами путем таинственным проходят пред глазами, и разрешение девы сверх дано. Младенец в яслях шевелит губами. Сияй, ликуй, святое Рождество! Стихи последние буду читать. Сочельник, гость мой, приходя уходящий, то не помнящий, то просящий, говоришь, грешен, нет мне прощения, виноватый до отрешения, одевая смирение рубаху, сам себя загоняешь на плаху, ничего не нажил, не припрятал, ты возлюбленный мой и проклятый. Что тебе холода и дороги, искушения и тревоги? Далеко ли твой путь? Далеко. Сплюнул, молча побрел одиноко. Холодеет, искрит взор колючий. Ох, не мучай меня, не мучай. Разошелся мороз, ты скучий. Пить не пить, быть не быть, горький случай. От последований до причастия напитай нас глотками счастья. Устоять на дорожке Христовой. Помоги, Боже праведный, снова. Убывает луна, риза в тени. Ясен свод на пороге сочельника. Ну а теперь то, что для всех. Радужане, каждой строчкой сдаем экзамен. Века нашего схожие дни. Мы по свойствам души радужане. Вдохновенным побегом сродни. Разноцветны спектральные волны, многолик и велик наш язык, всех оттенков любви преисполнен, ключ надежды и веры родник. Кем подсказаны рифмы и ритмы в каждой строчке, биение сердец, каждый сам по себе самобытный, каждый мастер и слово певец, беззаветно служение отчизны, дуги радуг, поэзии свод. Мы снежинки в алмазных призмах и кувшинки над холодом вод. Голос автора нежный вибрато, импульс тонкий в нейронной сети, возвышающийся многократно. В домик сердца желает войти. Спасибо.